Что хочется сказать, что Гомель одержал заслуженную победу, я считаю. Вот, мы не совсем удачно сыграли в обороне, вот, произвели вынужденную замену, потому что у нас никого попал по карточкам, вот, Дрючик давно не играл, вот, и первый гол, я считаю, вот, ошибка, которая привела к взятию ворот. Ну, были у нас моменты, которых можно было забить, но не забили. Вот, поэтому думаю, что победа Гомеля заслуженная. Сегодня мы горели желанием победить, так как в прошлом туре обидно проиграли Шахтеру. Ну, сегодня продемонстрировали и красивый футбол, и добились результата. Поэтому ну, я, собственно, доволен игрой и результатом. Спасибо. Можно задать вопрос? Алексей Александрович, почему у Афанасьева не было заявки? Афанасьев травмировал. Травмировал? А замена Веленского, как раньше было? Ну, парень молодой, вы поймите, 95-го года. Я бы так сказал, я бы не сказал, что он так уже чего-то сильно там напортачил. Ну, просто немножко не вошел в игру и чуть не успевал по скорости. Поэтому опустили в эту позицию Матвеенко. Ну, вот, собственно, из тактических соображений. Спасибо. Замена. А у Белевского я хотел бы пожелать ему удачи. Я думаю, что у парня все еще впереди. Это высшая лига, понимаете, для молодежи. Не так-то просто выйти сразу.